Dzień dobry. Ваше Высокопреосвященство, господин президент провинции Тренто, уважаемые дамы и господа. Я очень рад приветствовать вас в Москве. Sono molto lieto di salutarvi qui a Mosca. Сразу хочу сказать, что с городом Тренто меня связывают особые воспоминания. Sin dall'inizio vorrei sottolineare che con la città di Trento и мне легано и рапорты particulari. В далеком 1975 году был один из первых диалогов между русской церковью и римо-католической церковью именно в Тренто, и я тогда там принимал участие. Nel ormai lontano 1975 a Trento ebbe luogo il primo incontro teologico fra la Chiesa ortodossa russa e la Chiesa cattolica romana, dove io ebbi piacere di partecipare. И мне тогда это дало возможность познакомиться с реальной церковной и даже приходской жизнью католической церкви на примере епархии Трента. И questo mi ha dato la possibilità di conoscere personalmente la vita della diocesi di Trento. Поэтому храню очень добрые воспоминания в сердце и с этим чувством рад очень вас приветствовать. Perciò io mantengo i belli ricordi nel mio cuore della quella visita della provincia di Trento e ancora una volta vi saluto di cuore. Поводом для вашего приезда в Москву является выставка «Послы мира. Вертепы Трентино Альто Адидже», которая представлена в помещениях музея храма Христа Спасителя. Dunque, la vostra delegazione è venuta qui a Mosca in occasione della mostra. Mostra dei presepi, l'ambasciatore della pace, presepi Trentino Alto Adige. Знаю, что эта выставка очень известная, она посещала уже и Рим, и Константинополь, и Святую Землю, и теперь Москву. So che questa mostra è diventata già famosa perché è stata svolta a Roma, ha visitato Costantinopoli, Betlemme и adesso a Mosca. Эта выставка открылась в преддверии нашего русского Рождества и привлекла очень большое внимание москвичей и не только москвичей. Questa mostra è stata aperta alla vigilia del nostro Natale e ha attirato tanta attenzione da parte dei moscovici e non solo. И хотел бы поблагодарить президента автономной провинции Тренто, господина Уго Росси, который выступил инициатором этого замечательного события. Vorrei ringraziare particolarmente il presidente della provincia autonoma di Trento, signor Ugo Rossi, su cui iniziativa si è svolta questa mostra. Мы с удовлетворением отмечаем, что после встречи моей со святейшим Франциском в Гаване активизировались отношения между Русской православной церковью и нашей церковью, в первую очередь в сфере культуры. Con la soddisfazione vorrei sottolineare che dopo il nostro incontro con Sua Santità Papa Francesco a La Habana si sono intensificati i rapporti fra la Chiesa ortodossa russa e la Chiesa cattolica romana, soprattutto nella sfera culturale. В конце 16 и начале 17 годов в Третьяковской галерее прошла выставка шедевров итальянской живописи из ватиканских музеев. Я должен сказать, что по количеству посетителей, а эта выставка превзошла, видимо, все остальные выставки иностранной живописи, которые были в Москве. Alla fine del 2016, all'inizio del 2017, nella galleria Третьяков qui a Mosca si è svolta una mostra dei capolavori della pittura religiosa dei musei vaticani. E devo dire che ha attirato tanta attenzione che forse il numero dei visitatori ha superato il numero di tutti i visitatori di tutte le altre mostre.
И тот факт, что мы сейчас уделяем особое внимание этим культурным связям в контексте двухсторонних отношений Римо-католической и Русской православной церкви, я думаю, является очень правильным подходом к теме развития двусторонних отношений. E penso che la nostra attenzione ai rapporti nella sfera culturale fra le due chiese dà giusta attenzione e dà giusto sviluppo ai nostri rapporti fra le nostre chiese. E другим очень важным фактором является взаимное паломничество и поклонение святыням. Un altro fattore molto importante è le pellegrinaggi reciproci ai luoghi sacri delle nostre chiese. И здесь я хотел бы особенно подчеркнуть, что в результате договоренностей, которые были достигнуты в Гаване, мощи святителя чудотворца Николая были привезены из Бари в Москву и в Санкт-Петербург. Grazie alle trattative che hanno avuto luogo a Lavana all'incontro con Sua Santità Papa Francesco, la reliquia di San Nicola da Bari ha potuto visitare la Russia l'anno scorso. Мы привозим в Москву святыни из Святой Земли, из Афона, из других мест, и всегда достаточно много паломников приезжают, чтобы поклониться этим святыням в Москву. Noi portiamo diverse reliquie dal Monte Athos. Terra Santa dai diversi luoghi sacri e tanta gente viene a venerarle. Но то, что произошло вот в связи с привозом мощей святителя Николая, также превзошло все то, что было до этого в связи с поклонением привезенным святыням. Ma ciò che è successo grazie alla venuta della reliquia di San Nicola ha superato tutte le nostre aspettative e tutti i precedenti. За два месяца мощам поклонилось почти 2,3 миллиона человек. In due mesi 2,3 miliardi persone hanno potuto venerare questa reliquia. И еще одна цифра очень интересная. В начале 2000 молодежи волонтеров помогали в организации поклонения. Un'altra cifra molto interessante all'inizio di questa traslazione a Mosca 2000 volontari, giovani volontari aiutavano la gente. А к концу пребывания мощей уже было 14,000 молодых волонтеров. Ma alla fine della permanenza della reliquia a San Pietroburgo ci sono stati già 14,000 volontari. Да. И очереди людей, которые стояли, чтобы поклониться, в очереди иногда люди ждали 8, 10 и даже 12 часов. La gente ha dovuto fare 8, 10, persino 12 ore di fila per accedere alla reliquia. И иногда кому-то говорили из пожилых, вы можете пройти побыстрее. Talvolta i volontari dicevano ai vecchi che potete accedere senza far fila. Люди говорили, нет, нам нужно постоять. Ma la gente rispondeva che noi non dobbiamo fare questo piccolo sforzo, dobbiamo fare la fila. И в этих очередях стояли и члены правительства, и выдающиеся наши представители культуры, и науки, и простые люди. Persino membri del governo e molti persone famose della nostra società hanno fatto questa fila. И, конечно, это был очень важным фактором, свидетельствующим о нашем общем наследии, о наследии древней неразделенной церкви. E senza dubbio questo fatto è stato un aspetto molto importante che sottolineava la nostra eredità comune della Chiesa indivisa. Думаю, что также очень важно, что на повестке дня наших двусторонних отношений стоят и вопросы, связанные с ценностью семьи, нравственные вопросы. Molto importante che nel nostro rapporto una grande importanza il tema della famiglia. Вы, конечно, лучше, чем я, знаете, что происходит сегодня в духовной жизни западной цивилизации. Voi meglio di me conoscete cosa succede adesso nella civiltà europea. Религиозные ценности пытаются вытеснить из повседневной жизни людей. Alcuni cercano di marginalizzare i valori religiosi
della vita della società. И вместо религиозных идей предложить идеологические идеи. И al posto delle idee religiose proporre delle idee ideologiche. Так называемые секулярные ценности. Se cosiddette valori secolari. Мы прошли через это. В Советском Союзе тоже религиозные ценности были вытеснены, а вместо религиозных ценностей предложили идеологические ценности. Noi l'abbiamo già sperimentato nel tempo sovietico, durante il cui hanno cercato di marginalizzare oppure eliminare i valori religiosi dalla vita della società e proporre al loro posto i valori ideologici. И мы знаем, что очень многие люди соблазнились и отказались от веры. И мы знаем, что tanta gente ha rinunciato alla fede. Но вот опыт показывает, идеология не живет больше 4-5 поколений. Ma l'esperienza, la storia ha mostrato che un'ideologia non sopravvive più di 4-5 generazioni. Меняется контекст исторический и уходит идеология. Cambia il contesto storico e se ne va l'ideologia. И никто не ожидал, что после 4 поколений, в течение которых атеизм был главной идеологией в Советском Союзе, возникнет религиозное возрождение. И nessuno aspettava che dopo 4 generazioni in cui dominava l'ideologia secolare anticristiana ci sarebbe avuto un tale rinascimento religioso. Я думаю, что нам сегодня всем нужно работать для того, чтобы и в планетарном масштабе на смену идеологии пришла снова сильная вера людей. И noi dobbiamo lavorare tutti insieme perché dopo l'ideologia secolare in tutta la società, in tutti i paesi, nel senso globale verrà un'ideologia, le idee religiose. И, конечно, наши церкви являются очень важными факторами, способствующими примирению людей. E senza dubbio le nostre chiese sono hanno un ruolo molto, molto importante per riappacificare i rapporti fra i popoli. И вот этот миротворческий потенциал церквей должен, на мой взгляд, активно использоваться сегодня, когда мир стал таким неспокойным. E secondo me questo potenziale pacifico, pacificatore deve essere svolto, deve essere adoperato da ambedue le chiese. И мы как-то все тревожно приближаемся к каким-то какой-то страшной перспективе глобального конфликта. Ну, adesso tutti con tanta paura attraversiamo il periodo di tante difficoltà politiche. Да, глобального конфликта. Del conflitto globale. И поэтому, конечно, церкви должны очень сегодня сильно работать вместе в пользу мира и справедливости. Dunque, le chiese in queste circostanze devono lavorare insieme per la pace e la solidarietà e la giustizia. Еще раз хотел бы сердечно вас приветствовать. Ancora una volta vorrei